начали с совхоза, вообще с арендованной фермы. Старая пятилетка, здесь она находится буквально 10 километров отсюда. После того, как мы приобрели землю, мы еще 5 лет производили все производство, у нас находилось в закрытом помещении. Когда мы выросли с этой фермы, и у нас популяция превысила уже более 10 миллионов популяции червя, нам нужно было решать или расширять количество ферм, или же уходить в открытую площадку. Мы экспериментальным образом, уже когда приобрели землю, именно здесь мы отсюда начали закладку червя, начали с 5-7 буртов. Прошла одна зима. Весной мы посмотрели результаты, как перезимовал червь, что сделано было не так, что так. Посмотрели, на второй год отладили технологии, и всего червя вывезли полностью на площадку. Это было 5 лет назад. Здесь было количество буртов в районе 13 буртов. Сейчас у нас больше 40. Причем это уже площадка, которую мы уже расширять уже не будем. Почему? Потому что это производство, которое мы можем и реализовать, и для собственных нужд, и для продажи. И также мы еще реализуем червя. Каждый год кто начинает, стартует, и очень много частников. Я не говорю, что про рыбаков, это отдельное направление, отдельное, куда идет червь. Также мы сотрудничаем еще с институтом в Рамоне, который производит очень хороший препарат, называется стимунол. Это препарат, который сделан полностью на концентрате отжиме червя. То есть они у нас закупают червя. У нас есть определенные договоренности, которые мы им поставляем ежегодно. В лабораторных условиях делается отжим червя, прямой отжим червя. Его консервируют определенным методом. И тем самым получает чисто природный такой биопрепарат. Самый сильный, можно сказать, из всех, которых, с чем мы знакомы и знаем, именно по росту и стимулятору роста зеленой массы. Вот, то есть это тот препарат, который сейчас его используют по всей России, и мы у них также закупаем этот препарат и применяем в своем хозяйстве. Значит, в буртах у нас на сегодняшний день находится около 25 миллионов популяций червя на сегодняшний день. Это свое направление, это направление мы как 5 лет уже запустили процесс обучения. Те, которые желающие поставить у себя производство для того, чтобы не закупать удобрения или биогумус, или любое, которое повышает и восстанавливает плодородие почвы. То есть мы проводим обучение, рассказываем и ведем уже сопровождение, если какие-то вопросы есть. Изначально мы этот биогумус червя привозили из Коврова. У нас работает червь-старатель. Их в мире вообще два, которые производят биогумус. Это старатель и, как мы знаем, калифорнийский червь. С калифорнийским червем почему мы не стали налаживать производство? Потому что при минусовой температуре он погибает. Старатель в нашей зиме, он зимует. Он зимует, и производительность у него процентов на 20-25 ниже всего лишь от калифорнийского. Он не так неприхотлив. Он выведен непосредственно для нас, России, не для южной стороны. Значит, у нас, как вы видите, это буртовое содержание. То есть, когда мы наращиваем вот такие бурты до такой высоты, это уже предел. Выше мы их уже не поднимаем. У нас идет процесс кормления навозом с одной стороны. Червь идет там, где есть питание, он переходит, он всегда работает в одной стороне верхней. Другая сторона, она уже является пустой, и там находится биогумус. Что мы вытаскиваем с гряд? Мы вытаскиваем вот такой срез биогумуса, его можно посмотреть, как он выглядит. Мы специально его с кучи срезали для того, чтобы посмотреть. Когда мы подойдем туда, вы посмотрите конечный продукт, который мы уже продаем
конечно, у потребителя. Мы его, вот этот сырец, мы его сепарируем. И там уже не находятся частички соломы, там не находятся каких-то камушков. То есть там будет немножко, ну, он чище, капролит его четко будет видно. Это вот есть непосредственно выемка с червя, которую мы его изымаем. Значит, вообще, вот поле наше, которое вы сейчас видите, 45 гектар, это была залежная земля. Частично это был сенокос, и также здесь очень много было поросли деревьев, которые мы корчевали и так далее. Вот это было все в 17-18 году, то есть это было чистое поле. Вот с 19 года мы высадили первую культуру, это была тыква здесь, в чистом поле. Значит, сейчас мы пришли уже к чему? Так как у нас не было животноводства, мы навоз закупали. Навоз закупали у партнеров, у фермеров. Навоз работали все время на навозе КРС. Сейчас, хотя были очень много ковров, нам говорил, который нам реализовывал червя, говорил, что на овечьем навозе червь будет очень сложно ему, потому что плотный навоз, червю сложно и так далее. Вот мы сейчас уже первый год, когда мы не закупаем никакой навоз, мы работаем только на своем, на овечьем навозе, и качество у него вообще потрясающее. На самом деле, червь – это, скажем так, человеку он не подвластен, можно сказать. То есть это то, что создано природой. В каком? Мы можем как бы рассказать людям друг другу, что хорошо, что плохо, верит кто-то, не верит. А вот червь является индикатором не только почвы, но и вообще навоза. У нас было много очень случаев, и мы на обучении это рассказываем. Каждый навоз нужно вообще проверить. Если мы это будем проверять в лабораториях, это очень дорого, сложно и проблематично. И вот когда начинается хозяйство, у кого кто-то начинает заниматься только сельским хозяйством, я всегда говорю: заведите сначала индикатора в свое хозяйство. Вот он вам будет рассказывать, что хорошо, что плохо, как это происходит. Червь сам проверяет навоз, любой. Значит, секрет простой. Берется проба 10 червей, крупного, здорового, активного червя. Просто вынимается из бурта или из обычного ящика, у кого какое количество. Накладывается 2 лопаты навоза, помещает 110 червей, поливается. Вы больше ничего не делаете, приходите через сутки, разгребаете эту лопату навоза, и вы должны найти 10 таких же активных червей. У нас были случаи, когда червь уже растворялся. У нас были случаи, когда червь выползает с навоза, погибает. Он становится неактивный. То есть гибель червя сразу это... Прежде всего, это большое количество антибиотиков, которые находятся в навозе. Это сразу приводит к гибели червя. Вот кто-то работает на своей органике и так далее, да? Вот индикатор, не нужна лаборатория. Если червь активный, все хорошо, все, вносите почву смело. Если червь погиб не может, вы тогда можете идти в лабораторию. И прежде всего задумайтесь вообще, что вы вносите, чтобы потом... Последствия вас не одолевали на протяжении 3-5 лет. Что внесли в почву? Вообще у нас два метода, как мы восстанавливаем плодородие почвы. Это биогумус и это сидератный метод. То есть мы высаживаем определенные культуры. Сорняками мы боремся. Это рожь. Вы посмотрите у нас на малине, когда пойдем по плантации. Мы пришли 2 года назад такого метода, что между рядку мы засаживаем... Рожью сеем, потом она поднимается, мы ее скашиваем. Рожь своей корневой системы не дает другим развиваться, тем самым мы так боремся с сорняком. После картофеля и так далее, то же самое, сеем рожь, потом ее задисковываем на определенном этапе роста, тем самым сорняка на 50% меньше, плюс мы вносим зеленую массу в почву, которая работает.
На протяжении 7 лет биогумуса у нас в каждой точке поля, если где-то какое-то растение посаженное или ягодная культура, корневую систему поднимаем, везде будет червь, можно сказать, на 100%. Малина, которая у нас в плантации засажена на протяжении 6-7 лет, мы выкапываем саженцы для реализации, уже можно сказать, червями продаем на корневой системе. То есть, но это время за один год это сделать очень сложно. Но если идти по этому методу, то результаты растут в прогрессии. Внесли одного червя, через год у вас уже вот на метре квадратный будет уже 50 червей. Если вы не вносите химии, гербициды, если вы его не убьете. Поэтому в органике нет ассортимента выбора как. Есть один метод. Или идем мы в органику, или мы не идем в органику. Вот если мы идем в органику, то мы должны забыть по поводу яда, химикатов, гербицидов. И должна болеть голова только о том, как нам бороться с сорняками и с насекомыми. И поверьте мне, на сегодняшний день решение этих вопросов все есть. Вообще все есть. Вопрос то, что органика и интенсив. Два понимания. В интенсиве, если вы работаете по определенной технологии, вы понимаете в конце, что вы получите, какое количество урожая. Но про качество в интенсиве мы забываем от слова совсем. В интенсиве качество вырастить – это визуал. Интенсив – это про визуальное красивое выращивание. Но это не про качественный продукт, который вообще полезен для человека. Это вкратце об органике. Поэтому отсюда наш старт. Мы сейчас потихоньку пойдем. У нас много задач еще, что есть посмотреть. Друзья, по биогумусу, по червям, какие вопросы, если есть? Хотела бы сразу вам сказать, мы 5 лет назад сотрудничали со старым осколом, с производством, которое нам из нашего биогумуса делало жидкую форму. В этом году мы запустили свою линию по производству жидкой формы. Поэтому жидкой формы биогумуса мы работаем и в капле, и по листу. У нас есть те хозяйства, я не знаю, они подъехали или еще их нету, которые работают с биогумусом на интенсиве. Что делает вообще биогумус? Мне было очень интересно, и в органике понятно. А на интенсиве, то есть внесли ядохимикат любой, что это все живое, оно, естественно, погибает и убивается. Как вы с ним работаете? Он говорит, во все препараты добавляем 2-3 литра, даже на зерновые культуры, не говоря там по садам и так далее. Очень хорошо снижает вот эту пестицидную нагрузку. Да. Поэтому это мы на зерновых, мы зерновые не сажаем, потому что у нас нет возможности, нет земли. А вот те фермеры, с которыми мы сотрудничаем, это вот их опыт, и я думаю, что они должны сегодня подъехать. Будет, если будет интересно, можно будет поговорить. Также работают и по садам. То есть они не сертифицированы под органику, потому что они применяют химические препараты, работают гербицидами, но по листу, когда вносят и работают любыми ядохимикатами, они 2 литра вносят всегда. Таких хозяйств много уже. Скажите, да, а давайте. Там у нас старатель, а вот здесь, тот, который природный наш, который всегда был, они скрещиваются. Они скрещиваются. У нас нет никакого ограничения. У нас как маленький крокодил, не получается скрещивать? Никаких нет. Червь-старатель. Он более активный, я так понимаю. Он мельче, он как дождевой червь, он просто мельче размером и чуть покраснее. Ага. И он более активнее, все. Поэтому бояться, вот там какой-то чисто породистого червя, у вас же есть доступ к таким. И говорю, нам нужен конечный продукт качественный, нам нужен биогумус. А если тут уже в буртах есть скрещенные, которые с дождевым червем, от этого у нас производительность не падает и качество гумуса не падает. То есть у нас здесь сейчас, который был до этого, это дождевой. Обычный дождевой червь. Чем отличается дождевой червь от старателя, который производит биогумус? Во-первых, своей продуктивностью, раз. Во-вторых, дождевой червь, он потребляет органики только столько, сколько ему нужно для жизнедеятельности.
что он делает? Он, от него очень большая почва, от дождевого червя, он является каким у нас рыхлителем почвы. Что делает старатель? Он рыхлит и перерабатывает, у него производительность в 4 раза больше. Поэтому, если мы дождевого поставим в навоз, он там не переработает нам биогумус, потому что он, его природа работает в земле, но не в навозе. Друзья, еще вопросы? Светлана Николаевна. А обучение каким образом проходит? Мы уже пришли к тому, что если у нас есть запрос на обучение, мы даже это производим от одного до двух человек. Просто с вами лично согласовываем дату, на какую дату вы приезжаете. На это уходит один день полный. Значит, это теории, которые, как я говорю, нужно привести свободную голову, чтобы все запомнить то, что сказано. Понятно. Вот, то есть это у нас 6-7 часов теории, как готовить корм, как размножать, с какой популяцией он дает биогумус, а какую популяцию пороги нельзя переходить, потому что он теряет свое размножение, потому что там тонкостей много. Как сепарировать, как оборудование по сепарации сделать самому, как его досушивать, что его делать. Вообще весь метод, технологии. Потом мы приезжаем в бурты, час-два, мы ковыряем именно бурт, где кокон, где молодь, где старый, как просчитывается червь на метр квадратный. То есть, ну, все, что можно дать в теории, пощупать руками, мы это все даем. Ну и потом, естественно, мы находимся на связи, какие-то вопросы мы всегда консультируем, поддерживаем, это уже постоянно. Очень много тех, которые частники заказывают, закладывают компостные ямы. Вот есть хозяйство небольшое, вплоть до гектара, есть овощные отходы. Вот старатель с овощными отходами работает очень хорошо. Сезонность обучения какая? Когда? Любой. Ну, зимой мы просто не почупаем червя, потому что он в амбиозе. Все остальное время, с весны, у нас некоторые зимой приходят, проходят обучение, впитывают информацию, а летом приходят и говорят, а мы на 2 часа на практику. Ну, хорошо, они возобновляют свои знания, и мы идем в кучу. В зимнее время овец на глубокой подстилке содержит? Да. У вас есть кошар, ну, в смысле? Да. Вот он навоз, видите, овечий какой? Солома, подстилка, овцы там, это вот зимний навоз. Не, ну, больше вы другого не будет. Да, это солома. В этом году у нас слой, ну, 50-60 сантиметров, а то и выше. Мы это все зачищаем. Мы понимаем, какой объем нам нужно для червя оставлять до следующего сезона. Все остальное, естественно, мы вносим в поле. Все. Друзья, еще вопросы есть? Можно. Можно. А подстилку, если она со стружкой? Со стружкой плохо, солома. Стружку надо понимать о том, что это смолы, дерево гниет очень плохо. Червь перерабатывает все, что мягкое и перепревшее. У него нет зубов, чтобы рысть и жевать. А почему червь? Стружка, если перепрела, можно. Если не перепрела, она у вас останется просто в биогумусе, не переработана. Но в гумусе будет эта опилка и стружка. Он ее все равно не переработает. Он выйдет у вас органику, которая у вас есть, а стружка, опилка, все останется. Червь, по поводу, если ему создается условие, у него прогрессия очень большая. Вообще жизнедеятельность червя 16 лет, если все хорошо. Представьте, червь живет 16 лет, если у него все хорошо, есть влага, есть корм. Его срок от закладки кокона до половозрелой особи 2 месяца, если хорошие условия. Червь не имеет пола, у него нет ни женского, ни мужского, у них идет слияние червя. Ну, мы знаем, есть как на дождевых, так и на старателях есть кольца. И при соприкосновении этих колец у них происходит обмен жидкости. Все. Это слизистая. Культуры, которые вы выращиваете, все на орошение? Кроме тыквы. Все остальное на орошение? Да. Капля? Капля. Вносим 2 литра триходермы, 5 литров нашего биогумуса. Работаем по остаткам и сразу же задисковываем. Идет у нас 2 трактора. Гектара. Значит, себестоимость гектара почем?
по всем обработкам, и включая ГСМ, зарплаты, все полностью? Не могу сказать. Ну, по биопрепаратам. Вот то, что касается по гумуса, у нас стоимость это 180 рублей литр. Обработка, вот если стерня, это 5 литров на гектар. Если мы работаем с другими культурами, это 2 литра на гектар, это 360 рублей. Если совмещенный. Если идет работа на совмещении в почву, в каплю, мы работаем 3-4 литра на гектар, смотря на какую площадь мы это делаем и по какой культуре. То есть расход биогумуса от 2 до 5 литров идет. Смотря куда, по листу, по стерне, в каплю. По стерне, вот здесь, по 5 литров. 5 литров. Вот сейчас где-то под 1000 рублей. Да. Вот это было сделано 10 дней назад. Здесь была трава, мы не пололи с весны, то есть, ну, хорошая трава, вы потом посмотрите, и клубника, которой 4 года. Вот эти вот, вот этот участок, мы высадили малину, саженцы, посеяли рожь, и в этом году по осени мы еще досеем ржи. Наша задача уйти от сорняка. Ранней весной что мы делаем? Мы сюда выпускаем овечек. Молодую рожь овечки подстригают. Когда малина поднимается, они тоже малину могут, если голодные, они тоже могут ее травмировать. Вот уже вторую волну ржи, когда она поднялась, мы уже загоняем мульчур с трактора. Почему ширина такая? Трактор проехал, замульчировал, все это остается. Ничего с поля мы не убираем. Это то, что касается междурядная борьба с сорняком. То, что касается в кустах, 3-4 раза делаем. Люди становятся просто и выдергивают траву между кустами. Да. Значит, трактор то, что он близко к кустам не берет. Мы сейчас дальше пойдем на старые плантации малины уже. Вот, вы увидите, трактор вплотную, естественно, не берет. Кусты по-разному разрастаются, ряды и так далее. Заходит трактор. В кустах люди обработали, ну, выдернули траву, пробежали. Потом триммером докашиваем кустам. Все. Вот обработка, как мы боремся с... Да, сорняками, которые у нас есть. Ну, рожь нам очень понравилась. Почему 13 сортов? Для чего такое разнообразие? Ну, значит... Нет. Нет, тот вопрос какой. У нас была цель, чтобы у нас малина была сначала... Зеленый конверт, красный. Сначала ранняя малина, потом... Просто летняя, потом ремонтантная и ушла. Чтобы у нас была продолжительность малины на прилавке, это 3 месяца, 3-4 месяца. Поэтому мы посадили летнюю просто малину, мы посадили ремонтантную малину. У нас на сегодняшний день, честно говоря, рука не поднимается ее задисковать, но в этом году, конечно, мы ее задискуем, уберем. А так у нас люди приходят, самосборщики, очень много собирают малину, покупают с трансплантацией, они ее очень любят. Ну, естественно, он собрал себе, поел с куста, накормил семью и все. А для того, чтобы ее собрать и отправить в Москву, ну, она туда не доезжает. Поэтому вот есть... Только в своих магазинах? Почему? Мы поставляем в интернет-магазины Москвы еще. Скажите, а сколько времени она тут вы сорвали? Сколько времени вот она нормально? 2 дня. Хорошие сорта. Да, конечно, переработку. Получается, доезжает она до Москвы все-таки, да? Доезжает, мы продаем. А какие сорта не выдержали заморозки? Вы сказали, что вот пострадали. А мы сейчас пойдем, вы сразу увидите, у нас на некоторых столбах еще сохранились там бирки, наименования, вы можете прочитать. А на некоторых, ну, как бы нет, у нас они в журнале все записаны, поэтому если будут вопросы, я задам. Брянская дива у нас очень много, плохо, атлант у нас не очень хорошо. Их прям вот, когда сейчас пойдете, передам, и когда вот есть такой ассортимент, разных сортов, вот наглядно видно. А когда вот рассказывают, вот тот плохой, этот хороший, а когда визуально увидите и попробуете на вкус, насколько отличается ягода одна от другой, вы поймете,
разницу, куда надо идти. Но опять, это опыт, это нужно было посадить, сделать и посмотреть, как это. Вы от них будете отказываться или... Не, отказываться или, будем. Или, ну, мороз, может быть, такая зима, не-не-не, нет. Надеяться на то, что у нас раз в 5 лет будет хороший урожай, мы на это не... нам нужна стабильность. Мы просто исходили из того, что мы сами ходим, да, кушаем же ее постоянно. И естественно, что больше килограмма малины или килограмма клубники, ну ты физически просто не съешь. Ну, не съешь физически. Ну, поэтому... И мы уже пришли, наверное, через 3-4 года. Раньше там соберешь, да, мы пришли. Нет, мы... у нас дома ягод нет совсем. Мы все едим с куста и тут. Всегда. А вот критерии для того, чтобы оставить 4-5 сортов, как вы говорите, это легкость, вкус в органике, зимостойкость и вкус. Это вкус, это вкус. Понимаете, мы всегда идем от вкуса и качества. Если есть вкус, мы будем думать, как это сделать. Я вам сейчас потом покажу на примере клубники. Во-первых. Во-вторых, если она даже морозостойкая, есть некоторые сорта, она по вкусу кислая, она неинтересная, она невкусная. Поэтому сначала это вкус, потом транспортабельность, а потом уже морозостойкость. То есть от морозов можно как-то риски нести раз, два, три года, можно делать тоннели со временем. Вот. Но самое главное, как я и говорила, что в органике не все сорта сейчас растут. Чтобы они были вкусные. Борьба с сорняками вы рассказали, а болезни, вредители? Все биопрепаратами. Работаем только биопрепаратами на предупреждение. Мы не ждем, когда к нам уже прилетел, начал есть. Поэтому мы понимаем, мы работаем каждые 10-14 дней. У нас идет плановая обработка и все. Опрыскивателем работаем, да. Почему у нас такие, да, почему у нас такие ряды? Потому что мы работаем опрыскивателем, мы работаем мульчером, который срезает это рожь и так далее. Вот, поэтому у нас ширина проходов такая есть 4 метра. А подкормки? В каплю мы подкармливаем. Значит, чем мы работаем в каплю внесение в почвы? Это наш биогумус, это триходерма. И некоторые тоже вносим биопрепараты, именно разрешенные в органике. Но мы все совмещаем с биогумусом, так как для любой бактерии, для любого гриба биогумус является как питательной средой, и он лучше работает в почве. Вот вы обновили один из сортов, который вымерз. Сивоборот вы как-то придерживаетесь по малине? Вот, значит, по малине, вот когда мы будем убирать полностью плантацию, менять место, конечно, мы вот этот метод сделали в этом году от безысходности, в то же время сохранить, нам нравится этот сорт «Каскад». Он из сортов, которые крупные, ранние и по вкусовым качествам как бы у нас устраивает полностью. Поэтому, когда мы будем, естественно, переносить полностью плантацию малины, мы уже будем ее полностью задисковывать и тогда обновлять малину вообще по плану через... Ну вот она у нас сейчас 5 лет будет, и мы ее полностью будем менять, да. Новые саженцы вы уже свои используете? Только свои. Если мы захотим завести только новый сорт, тогда мы, конечно же, его будем приобретать. А так саженцы свои. Сертифицировать, да, нужно искать, как бы. И если будем заводить, то у нас сейчас вообще в планах это... если получится, то этой осенью мы уже как бы подготовили проект именно на ягодный питомник для того, чтобы себя обеспечивать и реализовывать уже сертифицированные органические саженцы. Мы в этом году по проекту вообще планируем заложить смородину, около 7 видов для питомника, крыжовник, немножко добавить 2-3 сорта, разнообразить малины. Но это не для себя. Вы и для себя, и для реализации. И да, у себя да, тоже крыжовник, да, смородину. Да, будете, да, да, да. Почему? Потому что смородина очень востребована в переработке. Переработка. Да, потому что это очень ценная, полезная ягода.
но в переработке у сторонних организаций? Нет, сами, у себя, да. А, ясно. Да. Вот этот, вот этот сорт, пчелы тоже работают тут у нас. Стоит, потому что. Пингвин, он без подвязки. И когда созревают ягоды, вот только таким методом, как розочка шапкой. Класс, собирать, да? Он не требует подвязки совсем, поэтому у него здесь нету шпалеры. И он растет красиво, ягоды в виде букетов. А у них второй год ветки сохраняются? На нет, ее срезают, как ремонтант, ее срезают. И она... срезают, а на следующий год новая. Ну, вот новая, которая отросла с прошлого года. Нет. Вот та, которая не срезана, летняя. Те, которые мы обновили ряды, она тоже, каскад, не срезается, а вся остальная срезается. Хочу определить, обратить ваше внимание, что у нас растет в междурядке. В междурядку мы вообще не сажаем. И когда мы удаляем сорняки, то мы зверобой не трогаем. А на него пчелы, Иванча, а не только пчелы на него летят, кстати, он же... Что мы делали, биоразнообразие, более 15 лекарственных растений, можно спокойно собирать, чуть-чуть делать чайные горы. Теплицы мы уже достраивали на высоких томатах. То есть у нас конструкции были готовы, мы высадили открытый грунт. В прошлом году с открытого грунта товарного помидора мы получили 10-15%. Здесь у нас посажено, если пройти по теплице, посажено порядка 30 сортов томатов разных. Почему? Потому что посмотреть по урожайности, по высоте, по обработке, по мясистости, по переработке и так далее, кто, что, куда, как идет и вообще по вкусу. Поэтому вот так как мы решили идти именно в закрытый грунт, вот даже элементарные летние вот такие парники, сейчас они открыты, сейчас похолодает, мы их полностью закроем уже. Вот, для себя тоже определить те сорта, которые нам нравятся, с которыми, ну, которые нам подходят и нас любят. Ну вот сейчас то, что накрыто, лучше качество. Конечно, там, качество там. Лучше. А, то есть они не сгорели, да? Нет. Не попеклись. Нет, но некоторые, да? Сорта есть, которые даже в теплице, в пленке, без затенения себя плохо чувствуют. У них макушки такие желтые, зеленоватые, они прижаренные. Mm-hmm. Поэтому без затенения мы тоже понимаем, что в нашей полосе уже тоже нельзя. И завязывается. И завязывается, зависть плохая. А некоторые, вот, ну, как видите, какие-то прям уникальные монстры. Не знаю, может, это сами варим. Сами варите, да? Мы здесь ничего не покупаем, мы варим все. У нас на это есть зима и нерабочий момент. А сейчас хочу подойти к вам сказать, что самое большое количество работников, которые у нас работают на поле сейчас, около 400. Да, и все работают в одной теплице. Это то, что мы вывели из инкубатора, с генофонда, брали яйцо. Сейчас мы, на следующей неделе у нас по плану, мы до дороги огораживаем, делаем сетку, продолжаем затеняющую. Сетку ставим электропастуха, и они у нас на улице, с теплицы выход. То есть они у нас там полят. Это на яйцо или какое? Мясо яичное. А? Живут. Они убирают сорняк, они живут в теплице. Они нам удобряют. Они нам полят. А мы их переселили, когда помидоры уже были высоко. Это кучинская юбилейная. Мясо яичное, обычная порода. Закупали инкубационное яйцо в генофонде. Значит, смотрите, здесь на этой стороне у нас свекла. Посажена свекла. Здесь картофель. Значит, по свекле можно посмотреть, то есть не работаем гербицидом совсем, потому что, ну, количество междурядка показывает, сколько здесь травы было и так далее. Два раза мы проходим вручную
Все, все остальное оставляем. Значит, здесь ее уже становится в рядах мало. Почему? Потому что мы ее выдергиваем, продаем молодой. Запросы именно на молодую мелкую свеклу очень много. Поэтому, когда мы отгружаем продукцию, есть заказы на свеклу, люди идут вручную, которые уже наросла, ее просто повыдернули. И когда она идет мелко, мы ее продаем вместе с ботвой. Запросы именно такие, на свекольники и так далее, тем более она без обработки по листву, поэтому ну, как бы именно плод с листвой, он очень востребован из органики. Картофель. Одна прополка. Сажаем на капли, между рядку проходит трактор, в кустах делали... Да, трактор окучивает ее. Значит, между рядку можно видеть по высоте травы, которая сейчас она есть. То есть ее уже пололи очень давно. Прополка была, это недели 3,5. Раз мы прошли, теперь мы уже ничего не делаем, чтобы не было никаких трудозатрат. Как есть, все. Жуком. Что за сок? С колорадским. Значит, сейчас... Колорадский, как мы работаем, боремся с колорадским жуком? Мы для себя определили два препарата, с которыми мы работаем. И работаем, результат поймали в конце второго года. Это бета-сибоксалин и биостим. Именно только в чередовании. Две обработки идет бета-сибоксалином. Вот на третью обработку делаем бета-сибоксалином, уже жук на нее так не реагирует. Есть жук, вот, то есть поднялась, одного жука нашли, и мы сразу начинаем обработку. Обработка каждые 10 дней, 10-14 дней. Прошли бета-сибоксалином с прилипателем и добавляем 2 литра гумуса своего. Обработали, 10-14 дней прошло. Еще одну обработку. Когда уже прекращаем полоть, ну, 3 недели назад мы ее пропололи. Стояла, конечно, красивая, когда цвела все остальное. Но сейчас уже как есть, но дорого, нецелесообразно полоть, наводить красоту, а и смысла? Не надо. Смысла нет, да. Поэтому вот жуком мы так. Про рожь расскажите. Рожь здесь сажаем. Не, мы когда убираем, мы просто сеялкой заходим, рожь сажаем. Это потом, после скажем, после уборки, да, и все. А весной сажаете картошку, да? Или другое? В другое место картошка. Бета-сибоксалин и биоместим. Всегда меняете, да, культуру местим? Всегда. У нас никогда нет одной культуры на том же месте. Не, я не поняла. Вот, это рожь вы сеете после картошки, да? Да. Вот картошку убрали. Седератная культура. Сорняков очень много. Семена все равно осыпается, да. Мы сажаем рожь. Она чуть отрастает хорошо. Мы баранов раз запустили. Они чуть подстригли, мы больше не запускаем. Она растет дальше. Масса зеленая наросла уже как только. Мы ее уже скашиваем, вносим биогумус вместе с этим. С триходермом, с рибофитом препаратом. Все это задисковали в почву, все. Под осенью, под зиму, да? Да. Какая урожай? И что теперь у вас после картошки будет? Капуста, я скажу. Не-не, вот на следующий... После ржи, давай. После, уже мы тут поставим, уже на следующий год здесь будет сенокос. Мы год отдаем. В прошлом году здесь была тыква. После тыквы мы посадили картошку, а на следующий год на этом участке это будет просто травяная смесь посеяна. Естественный травостой, да? Да, все. Ничего, да, все. Мы скосили ее, это корм овечкам. Я понимаю. Земля отдыхает. Потом мы ее почву подготовили, начинаем или плодовые высаживать, ну вообще потом по плану пойдет сюда капуста. Через год. Пар черный, пар занятый. Да. Получается. И чередование культур. Человек, урожайность какая? Ну, 25 тонн мы получили в том году картошки. 25 тонн. Первый год мы получили 12 тонн, потом мы получили 18, в прошлом году 25. Вы храните или сразу реализация? Вообще была всегда сразу реализация, пока не построили небольшой. Есть вот склад у нас, да, небольшой, да, мы заложили туда немного, в районе 20 тонн, которые продавали в течение зимы. Вот эти семена это наши уже, мы не покупали семена, мы в прошлом году купили элиту. А картофель сертифицированный уже?
сертифицированы под органику? Да. Нет. По органическому сертификату допускается, если нет семенного фонда сертифицировано, он должен быть не обработанный. Поэтому мы брали в Туле, есть такое хозяйство «Озера», они сами являются оригинаторами, и они сами, некоторые сорта их личные есть, которые разрабатывают они. Вот мы их личные сорта вот сажали, пробовали. У нас розовый картофель – это пламя, а белое – это варяг, который у нас посажен второй год. На следующий год уже будем покупать заново семена, уже все, третий год мы не будем оставлять. Так, а картофель, он органический? Органический. Да, да? А то я что-то запутался. Органический, вот, если семена, да. Семена купили... Есть не... разрешение о том, именно по этому, что можно закупать семена именно в картофелеводстве неорганические. Но вся технология и внесение и так далее должно быть органическим. Если есть органические семена, там вообще вопросов нет. Получается, органический, но сертификат не получается. На семена. А. Не, у нас есть сертификат на картофель. Он у нас органический. На семена не было этого сертификата. На саму продукцию есть. Мы подкладываем, мы показываем, предъявляем проверяющему органу накладную, откуда мы берем, там есть сертификат госсоответствия, и они нам готовят письмо, что она не обработанная, заключение дают о том, что картофель не обработанная никаким этим, да, и без ГМО, все. Потом технологию, вот сейчас приедет в сентябре проверяющий наш орган, он сейчас возьмет почву, лист возьмет, картошку подкопает, возьмет, все. Лист хорошо, картошка хорошо, если что-то, не дай бог, в почве, сертификата нет. Нет, понятно. Скажите, у вас на клубнях не бывает парши? Да, бывает. Бывает, а боретесь как-то, нет? Предпосадочная. Значит, предпосадочная обработка, мы в этом году, что мы делали? Значит, мы делали ванну для картофеля, но это мы в этом году, раньше мы это не делали, но столкнулись, что обработка должна быть. Значит, обычная ванна, наши какие, да, вот он, картофель весь семенной в сетках, даже у нас хранился он, мы его перебрали в сетки обычные, которые, ну вот такие овощные, да, весь картофель там. В эту ванну мы биоместин, биогумус и триходерму внесли, намешали, мешки погрузили, 10-15 минут они стоят, выгрузили, в сажалку высыпали. Мы этот метод как бы отработали, это быстро, просто. Посадить 2 гектара, это нам 2 дня работы. Вот с такой обработкой. То есть ванну, мешки погрузили, 15 минут вытащили, другие поднесли. Все, три как бы... Три погружения, все хорошо. Да, и все. Вот то, что мы делаем, корневую обработку клубни перед посадкой. Можно еще раз сказать, триходерма? Что вы еще? Значит, мы вносим триходерму препаратом, мы работаем грибофит. Биогумус и биоместин. Все по 2 литра. На ванну. Спасибо. Ванну там сколько? 200 литров, да? Да, 200 литров. Какая из овощных культур, на ваш взгляд, вот самая рентабельная? Если у вас есть сбыт, то любая культура рентабельна. Если нет сбыта, можно вырастить, получить качественный продукт. Как мне подходили, спрашивали, почему вы мед продаете? Мы с вами разговаривали. Почему покупаете? Не-не, мы мед в этом году продавали в сотах, потому что... был запрос просто. Ага. Это мы реализовывали его в Москву тем покупателям, их немного, которые понимают, ценят и платят за продукцию через интернет-магазины в Москве. Мед в сотах мы продавали по 5000 рублей. Килограмм. А как вы реализуете? Ну вот сейчас молодой картофель, мы уже копаем его, мы его уже продаем. Сейчас цена на картофель 75 рублей. В своих магазинах мы продаем 75 рублей, на Москву 75 – это цена опта.
на Москву, это интернет-магазины? Интернет-магазины для реализации, да. С какими интернет-магазинами вы работаете? Ну, их там много, 7-8, мы вот работаем, наш транспорт ходит, и некоторых фермеров мы тоже берем до загрузку в эти же интернет-магазины. А вот с этим, с Россельхозовским, свое родное или там свое фермерство, пробовали работать интернет-магазин? Не пробовали, потому что я как бы это отношу к той категории, которая это доставка. А так как у нас нет отдельного человека на развитие доставки интернет-магазина, так как нет единицы, развивать это направление нецелесообразно, потому что не хватает времени. Не хватает такого сбыта. Да, поэтому к нам приходят с удовольствием магазины в Воронеже и наши магазины, наши постоянные покупатели офлайн. Вот. А в магазины в Москве, которые работают интернет своей площадкой, у них это налаженная логистика и отгрузка, и свой транспорт. То есть вы на РЦ куда-то им привозите? В каждую точку развозим, и каждый свой продает. У нас там 7-8 точек, которые мы реализовываем свою продукцию. Так, не совсем пойму, это интернет-магазин? Интернет-магазины разные. Это не Валберс, у них нет своего РЦ. Нет. Это разные юрлицы, это разные абсолютно все. Ну вот есть магазин Рождалён. Он единичный интернет-магазин, который там один собственник, который этим занимается. А есть и Калакомка магазин, который они разные юрлицы. Есть продажа и не у всех. Есть офлайн и интернет, а у некоторых есть только... Они там уже сами разбираются. Сами, да. Все сами. У них есть заказ, либо так, да. Поэтому это наша отпускная цена, это вот с поля и туда. А какая часть урожая реализуется через ваши магазины? Наверное, где-то 50 на 50. Вот так вот? Вот хороший показатель. Воронеж хорошо очень покупает. В Воронеже один магазин только у вас, да? Сейчас да. Сейчас мы запускаем еще один на этапе подписания договора. Был еще у нас магазин серверным, но он отработал полгода. Неудачная локация, мы его закрыли. Наша продукция на 30-40% дороже. Наша продукция, да. То, что мы закупаем у фермеров, у нас наценка 40% в наших магазинах. Мы не делаем большую наценку, 80% 100, как это делают другие магазины. Даже в Москве магазины, интернет-магазины делают 100% наценку. Мы этого не делаем, потому что у нас есть другие продукты в магазине, на которых наценка чуть другая, и за счет этого мы фермерскую продукцию, также свою, мы не задираем планку. Поэтому вот цену, это есть преимущество своей розничной сети, цену на полке устанавливаем мы.